3 января 2024 года. Опять к нам прилетела бабочка. Я бы ее покормил сиропом. У меня, к сожалению, нету ни сиропа, ни шоколада, ни мармелада. А ей, кстати, очень холодно. Потому что, когда у бабочки крылья раскрыты, она пытается таким образом производить терморегуляцию. Сейчас я ее пальчик ей дам. Пальчик у меня теплый, и можно она согреется. Ей очень холодно. Она даже сложила свои антенки. Вы видите? Все, рука у меня теплая, и она на руку ко мне перешла. Это, по-моему, крапивница, нет? Смотрите, какая красота. Кстати, что забавно, что наша тачка получила номер. Сейчас я вам тоже это покажу. Вот, видите? Долони. Это упаковка от тех рукавиц, которые я снимал, когда складывал 3 спички. Ну что, уважаемые аудио-видео телезрители, бабочка поедет вместе с нами в котельню. Вот, она сейчас сложила крылья, потому что ей уже стало теплее. Тепло от моей руки передало ей температуру. Ну ладно, я сейчас временно ставлю на паузу, мне нужно догрузить вот этот прицеп, и будет продолжение. Ну вот, нагрузили. Правда, будет перевес, потому что, оказывается, бабочка любит Тараса Григорьевича Шевченко. Вы со мной согласны? Ну ладно, поехали.